Вечером 29 ноября в ДК Пушкина прошла конференция о работе местного регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». На повестке дня было три вопроса. Первый – это отчет секретаря о работе местного отделения Всероссийской политической партии Пушкинского муниципального района Московской области за 2017 год и корректировка задач на предстоящий период. Была активизирована работа по привлечению сторонников. Только в ноябре их численность увеличена на 210 человек. Особенно активно работают в этом направлении парторганизации Пушкинской районной больницы и городского поселения Правдинский. Вторым был вопрос о довыборах в состав политсовета местного отделения Всероссийской политической партии. Довыборы в совет проходят по уставу тайным голосованием, а вот выборы на 22-ю конференцию Московского областного регионального отделения проходят открытым голосованием. Это и есть, пожалуй, главный вопрос собрания. Вопрос о выдвижении делегатов на 22-ю конференцию Московского областного регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». В конференцию мы, значит, будем направлять 7 делегатов. Значит, 2 человека идут по должности. Это депутат областной думы Слуцкая Ирина Эдуардовна и Щукина Ольга Ивановна. Она является членом контрольно-ревизионной комиссии областного политсовета. И 5 человек будем сегодня избирать из числа делегатов сегодняшней конференции. На 22-ю конференцию Московского областного регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» будут направлены 7 человек, двое из которых идут по должности в обязательном порядке. Это Ирина Слуцкая, депутат областной думы, и Ольга Щукина, член региональной контрольно-ревизионной комиссии областного политсовета. Остальные 5 выбираются открытым голосованием и выбрали Сергея Гребенниченко как секретаря местного отделения партии, Мириева Махира Акагеримоглы, руководителя исполкома, и членов политсовета местного отделения партии Даниила Баке, Кобу Пайкидзе и Алексея Селеменева. В раздачном материале у нас имеется предложение по составу мандатного счета редакционной комиссии. Есть предложение утвердить количественный и персональный состав данной комиссии. Прошу голосовать. Кто за данное решение? Против? Если с открытыми выборами все ясно как день, то у закрытых непонятно, кто и за кого голосовал. Но все по строгости и правилам. Есть 3 комиссии: мандатная, счетная, редакционная. Мандатная, как правило, либо признает выборы действительными, либо недействительными, счетная подсчитывает голоса, а редакционная создана для абстрагированного понимания всего происходящего. Все для того, чтобы до выборов в местный политсовет прошли не только без проблем, но и с ясностью ума, учитывая, что на собрание пришло 109 человек, а это 100% приглашенных и 20 человек члены политсовета. Людьми, набравшими лидирующие голоса, стали Тимур Апарин, Алексей Волков, Георгий Вахрушев, Артур Гагиев, Александр Дучинский, Василий Карпов, Александр Мельников, Дмитрий Потехин, Кирилл Федоров и Елена Некрасова. На этом конференция подошла к концу. Алексей Сухой, специально для телеканала «Твой».